И вновь я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир. И смерть все еще ощущает боль в своей груди. Ладно, на чем мы там закончили, я, к сожалению, уже немножко не помню. Да ладно, шучу, конечно, я помню, что мы собирались убить одного застранца, который обламывает нам весь кайф и путь. Мне нужно спешить. Да, по-моему, мы куда-то падаем немножечко. В данном случае мы уже, хотел сказать, не падаем, но оказывается и в данном случае мы упали. А, то есть это все дело восстанавливается, да? Ну, я понял. В общем-то, что там спешить, что там спешить. Что здесь везде спешить. Куда-то в бок мы там пройти не можем, нет? Видимо, нет. Ну, просто я предполагаю, что, скорее всего, в бок мы пройти как раз-таки не можем по определенным причинам. Да и выбраться оттуда уже потом не сулит возможным. Боже, слышали бы вы, точнее, чувствовали бы вы, ребята, как сейчас у меня дрожит геймпад. Это просто ужасно. Но, в общем-то, назад пути здесь, походу, нет. В принципе, оно и к лучшему. Ибо назад нам, на самом деле, особо-то и не надо. Ауч. Оскверненный конструкт. Умри, пожалуйста. Спасибо. Что-то здесь мне не нравится. И знаете, я, по-моему, прав. По-моему, я действительно прав, что мне не просто так здесь все не нравится. И на это есть причина. Что-то там из кого-то выпало фиолетовое. И зелененькое. Все мы, естественно, подобрали. Что-то можно забрать наверху. Что-то можно забрать наверху. Интересно того, как это открыть. Ясно, понятно, ничего хорошего нас не ждет. Активируем большие конструкты, начинаем нападать на этих мелких тварей. Раздраконивая, так сказать, все и вся. Пух и прах. Замечательно. Это невозможно. Класс. Мы все уничтожили. Все замечательно. Все шикарненько. Видимо, как-то наверх можно пробраться другим способом. О котором мы, скорее всего, сейчас и узнаем. Но пока что просто поломаем вот это все. Дабы оно нам не мешало. Оставим конструкт, я думаю, где-нибудь здесь. Он нам еще пригодится. И да, вот действительно здесь можно было сбоку все просто забрать. Что мы сейчас с вами и сделаем. Я не могу. Не может он, к сожалению, взять некоторые предметы. Естественно, все те предметы, которые нам сейчас даются, будут значительно слабее тех, которые у нас уже есть. Но тем не менее, некоторые из них, например, красиво выглядят. И можно посмотреть, как, к примеру, некоторые выглядят. Ну, на самом деле, не так уж и красиво, как я думал изначально. Хотя вот эти коготки, в принципе, ничего такие. Как, собственно, и вот эти. Тоже выглядят прикольно. Но лучше наши секиры мы пока что не найдем, я думаю. Замечательно. Почему-то, к сожалению, нам не дают пройти здесь, хотя, в принципе, почему бы и нет. То есть дырка-то вроде есть, она довольно большая, но разработчики нам явно заявляют, типа, чувак, не судьба тебе сюда пройти. Вот здесь вот мы можем найти довольно непонятную, то ли фиолетовую, то ли какую-то еще
фигню, которую, собственно, тоже можем подобрать. И давайте бросим здесь всю зеленку, которая мне, в принципе, уже особо не нужна. Тем более, пятый левел нас особо никак не проапгрейдит. Поэтому можно ее скинуть. И, кстати, что мы там получили в итоге? А получили мы одержимый молот, который выглядит вот так вот. Вот так. Давайте просто посмотрим, как он выглядит. Вот так вот он красиво выглядит. Офигенно, на самом деле. Мне очень нравится, как он выглядит, но... Естественно, он слабенький, в отличие от наших... От наших секир, молотов и всего того, что мы уже подобрали. Что у нас здесь есть? Это либо карта, либо ключ, либо еще какая-то фигня. Либо просто так. Это карта подземелий. Замечательно. Кстати, я обнаружил, что у меня, видимо, мышка будет периодически появляться. Но надеюсь, что нет. Потому что если помните, в первые разы у меня мышка периодически решала оставаться на экране, что не очень хорошо влияло на восприятие ваше и мое в целом. Давайте поглядим, что здесь есть. И как нам брать то или иное. Агасики. То есть здесь нам нужно по-любому спрыгнуть. Ну, естественно, не бежать напрямик, когда здесь что-то вытекает, выливается. Иначе нам будет больно. Что, как бы, в принципе, логично. Давайте сначала возьмем вот эту вещь. Отлично. И посмотрим, что здесь еще есть. Здесь есть два вот таких вот рычажка, которые мы, естественно, можем активировать, которые, в свою очередь, опустят вот такие вот грузы. И мы возвращаемся назад. Не таким способом. Это был плохой способ возвращения назад. Очень плохой способ возвращения. Но я, кстати, случайно упал, поэтому все нормально. Вот, садимся на конструкта. Отъезжаем. И едем дальше по кипящей лаве. Надеясь на то, что нам удастся что-то сделать. На этой стороне в том числе. Нам тонко намекают, что здесь работает та же система. И у нас не будет особого выбора. Нам придется через эту цепь лезть очень аккуратно. Потому что у нас здесь тоже стекает лава. Что не есть хорошо. Но я думаю, что это не столь большая проблема, как была бы, например... На предыдущей части, и то там тоже этой особой проблемы я не заметил лично. Крутим. Кручу-верчу. Обмануть хочу. Как-то вот так мы их закрепляем. И тем самым даем понять, что все хорошо. Приземляемся на цепь. И теперь у нас будет немножко меньше времени, чтобы пробежать обратно. Но это не столь критично, поэтому мы будем проезжать все хорошо. Такие вот дела. Здесь секретика я вроде не нашел. Ну и по крайней мере никаких звуков этого секретика я не слышал. А значит здесь все тихо и спокойно. Что же у нас с вами здесь есть? Я думаю, что нам здесь опять-таки придется провести конструкта внутрь. Потому что нам понадобится. И здесь, наверное, на нас будет пускать лаву. Я так полагаю. Ну, я бы, например, быть на стороне разработчиков, точнее, как разработчик, я бы пускал бы здесь на игроков лаву. Ради фана, веселья и всего прочего. Невозможно. Ну, просто как бы сказать, вам же весело, когда на вас вдруг из ниоткуда льется лава, да, там, и вы пытаетесь от этого как-то увернуться.
Вот об этом я и говорил, да. Теперь нам ни в коем случае нельзя наступать на лавовые вот эти места. Потому что они нас будут бить очень больно. Но зато и наши оскверненные конструкты в этой гребаной лаве тоже будет, по идее, погибать. Что не есть хорошо и не есть плохо, но классно в целом. Разрубись, пожалуйста. Ай-яй-яй. Нас большой конструкт здесь ждет. Сейчас мы его с вами разобьем. На маленькие кусочки этот дебил умудрился сам залезть в лаву. Придурок. Но его в этом никто винить не может. Так же, как и я не могу в этом винить. И вообще никто не может. Поэтому все, в принципе, хорошо. Ай, больно. Ну, как-то так. Со всем мы этим делом справились, похилились. И, в принципе, здесь больше ничего нету. Похилились мы просто так, потому что сюда мы, скорее всего, с большей вероятностью не вернемся. И можем спокойнейшим образом дальше проехать. Никаких секретов я здесь пока не вижу. Поэтому будем плавать дальше. Плаваем дальше. Разрушаем объекты. Все объекты. Желательно. Замечательно. И проезжаем дальше. Ну, точнее, тут, как видите, нам без разницы. Все не все. Мы по-любому должны были убить все мелкие эти объекты. Поэтому нам не имело значения, как и что нам делать. А вот и маленькая секреточка, которая, так сказать, незаметна с первого взгляда. А заметил я ее, естественно, тоже случайно. Не думайте, что я знаю все секретки в этой игре. Напоминаю, что играю я как таковое в первый раз. Поэтому таких секретов я как раз в игре не знаю. Вот такие вот дела. А мне вот интересно, а мы сможем вообще допрыгнуть? А, у нас тут есть ближе лестница, я пытался до той сейчас бы допрыгнуть. Хорошо, что повернулся в обратную сторону. Иначе это было бы критично. Вот я чувствую, мы ее арены. Я не могу. Специально на случай, если вы где-то просрались, вам дали 3 аптечки. Это невозможно. Вам дали 6 аптечек, окей. Это на случай, если мы прогадимся здесь сейчас. Значит, здесь будет все нелегко. Ну что ж, вступаем на арену. Горн. Так, ну понятно, что чувачело, короче говоря, не очень-то простой. Сейчас мы посмотрим, что он делает вообще. Как он взаимодействует, какие у него атаки. Так, я понял. Чувачело рассыпается к тому же. Горн не победит. Так. Сгустки магмы, высыпающиеся из-под наших ног, когда он делает это вот так. Также он рассыпает сам себя на мелкие кусочки, после чего, собственно, я так понимаю, раздамаживает. Кости, принеси к ходу кости. Я думаю... Тихо-тихо-тихо. Пока Горн бьет, нужно как-то уворачиваться, потому что иначе мы будем попадать под его атаки, что не есть хорошо. Так. Недостаточно ярости. Тихо-тихо-тихо, ты еще меня там своим буром буришь? Ой.
как-то, в общем-то, вот так вот шрам выполнен. Убили мы часть из того, что просила нас сделать наша подруга, шаманка. За что она будет давать нам какие-то плюшки впоследствии. Что же мы получили взамен? Мы получили одержимые двойные косы. Выглядят они вот так вот. Не очень-то крутые, но я думаю, что в принципе сойдут. Для того, чтобы их во что-нибудь переработать. И вот дела. Так. Глядим, есть ли здесь у нас что-нибудь еще ценное. В принципе, по идее, нам здесь ничего ценного выпадать не могло. Ну, мало ли. Как говорится, мало ли. Всякое бывает. Всякое. Магия здоровья. Талисман, ну что нам дает? Сила, магия на 11 уровень. То есть это все-таки на 17 они повыше. Сила меньше. Магия здоровья. Угу. Тут каждый выбирает как бы что ему лучше. Ну, то есть либо мы чуть-чуть понижаем силу, совсем чуть-чуть, либо мы добавляем себе сопротивляемости все-таки. Ну, правда, тоже не особо много. Ну, насколько я могу судить. То есть 50-70 это не очень много, но, тем не менее, определенный процент сопротивляемости у нас все равно прибавляется. Я не могу. Это круто. А вот, как вы понимаете, давайте мы даже похилимся. Возьмем с вами одну штучку. И перейдем на карту. С карты, со шрама мы перейдем с вами уже, думаю, в три камень. И уже где-то здесь, наверное, будем что-то с вами делать. Потому что в три камня мне нужно было вернуться к шаманке. Оу-оу-оу-оу. Это еще что за подфриз такой сейчас был? Офигительный. А вот, мне нужно вернуться к шаманке. Поболтать с ней. И поболтать с кузнецами. Дать им молот. И посмотреть, что они могут за это выковать. Ты спас наш мир, всадник. И за это я тебе благодарна. Но только время подскажет, лежит ли твой путь во тьму или выводит на свет. Что было большим грехом? Создать чудовище или послать тебя убить его? Как бы то ни было, с ним покончено. Значит, наконец-то кошмар Хорна закончился. Я до сих пор вижу искры жизни, мерцающие внутри него и превращающие его в шлак. Пусть камень простит нас, всадник, но я не могу простить себя. Да не парься ты, все нормально. Посмотрим, что у нее за талисманы есть. Я думаю, что есть какой-нибудь талисман, который будет прибавлять нам именно то, что нам нужно. Крит шанс прибавляет довольно неплохо. Ярость за казнь, затраты, здоровье за казнь. Магия. Вот этот неплохой, но проблема в том, что у нас казнь бывает довольно редко. А вот этот дает нам крит шанс, что довольно неплохо. Плюс увеличивает магию, ярость и опыт получаемый, что тоже довольно неплохо. Я, наверное, куплю его. Потому что мне он, так сказать, симпатизирует. Точнее, я ему симпатизирую. Ну, вы поняли, о чем я, короче говоря. И получил очко умений за то, что я выполнил квест. В принципе, помимо всего прочего, давайте глянем, что она мне сама дала. Что она мне, по идее, тоже должна была дать какой-то предмет. О, нет. Мне она предмет не дала. Ну, и, как говорится, и не надо. Спасибо, тебе тоже удачи. Тебе, дорогая, тоже удачи. Так, наверху, насколько мне не изменяет память, никого и ничего нету. Они переместились немножко в другое место, но мы просто глянем, что здесь вообще есть. Вдруг что-нибудь полезное найдем. Ну, мало ли.
Такое редко, но случается. Но нет, нет, там ничего, к сожалению, там нету. К сожалению, там ничего нет. Упс. Кривовато я прыгнул немножко. Хотел прыгнуть, на самом деле, вот так, но промахнулся чуть-чуть. Самую малость. Смотрим, что у нас здесь есть. Малыш вон у нас стоит. Сейчас мы с ним поговорим, что он нам скажет. Дальше ты пойдешь без меня, всадник. Я уже по горло сыт приключениями. Серьезно? Ну ладно. Пойдем без него, так без него. А посмотрим, что делают. Так, вороны восполняют здоровье хозяина. Отлично. Так, урон льда. 3 энергии. Жнеца. Хорошо. Мы с этим еще поработаем, я думаю. Кузница творцов. Не хочет он все-таки со мной говорить. Не могу поверить, что Эйдарда больше нет. Я так и не поблагодарила его за все, что он сделал. Ну, надо было раньше думать, мне дорогая кажется, моя. Ты что-то искала. О, каменная кувалда! Ты нашел его! О, я даже не знаю, что сказать. Не буду отрывать тебя от работы, Валус. Если ты когда-нибудь снова попадешь сюда, ты увидишь вещи, наделенные еще большей силой. Ну окей, короче, тонко намекают, вернитесь сюда попозже. Мы можем похвастаться обновками.